А у вас книга такая есть, нет, в семье? Нет. А в церковь ходите? Нету такой. Как да, вы? В церковь хожу. Ходите в церковь? Что? В церковь ходите? Да. В храм? Да. Ну вот, надо. А у вас, может, там даже есть детские уроки. С священником познакомься. Там ребятишки есть верующие. И учишься в каком да, классе-то? Я в пятом. Пятый. Вот послушай меня. Мне 80 лет. Я тебе наказ дам. Никогда никому домой не заходи. А в школе побыла, никуда не заходи. Сразу домой. Маленьких воруют, что попало делают. Ты будешь очень жалеть. Чтоб тебя Господь благословил. И пойдешь, три поклона положи, где иконы. И скажи, мама там, кто отец, благословите. Делай по-божески, сохрани себя. Ты хорошая девочка. И с другими дурными подругами не води дружбу. Иначе они тебя подведут. Ты поняла меня? Хорошо. Береги сама себя. Да. Она жизнь одна только. Лучше дома будь, маме помогай. Считай Слово Божие. Вот ты захочешь встретиться еще со мной в скайпе, там, столько с родителями, чтобы пришла. Называется «Во свете Библии». В скайпе. А в скайпе это просто Игнатий Лапкин. Зарядите, все. Родителей никак не огорчай. Потому что родителей не будет, будешь горько жалеть, что их нету. Плохо без отца, без матери. Ну, храни тебя Господь. Детка, береги себя. Хорошо, спасибо, до свидания. Аллилуйя. Я вот таких ищу и блокирую их всех. Мы пришли сюда, чтобы людям засвидетельствовать об истине Божией. Ответить на вопрос. Да. Я мусульманин. А что, мусульманин тоже человек, тоже на суд Божий предстанет. Ему нужно тоже конечно проповедовать. Да. Открой ты первую суру. У меня написана книга с том 752 страницы. Я разбираю Коран по сурам аятам в сравнении с Библией. И что о мусульманах было сказано выдающимися людьми за 1300 лет. Я могу сказать, сколько букв в ней, сколько запятых. А вы знаете первую суру Корана? Что? Первую суру Корана. Аль-Фатиха. Ничего, я не сам вопрос не пойму. Что, толкование? Нет, нет, самая первая сура, то, что написано. А, сура? Да. Здесь, я не знаю, кажется, корова, что ли, там надо посмотреть. У них у всех название. Там да. два варианта дают. Что у вас за проблемы загнали вас сюда, в эту чат-рулетку, или просто так? Не просто так. От великого смущения и горя, что тут сделали. Публичный дом мы строили, Содом и Гоморру. И мы сюда пришли, православные проповедники, чтобы людям сказать о Боге, что ни один прелюбодей в Царствие Божие не войдет. Ни один пьяница, ни один матерщинник в Царстве Божьем не будет. Не слышно, у вас выключен микрофон. Не слышно ни слова, нету. Здравствуйте. О, здравствуйте. Здравствуйте. Вижу, вы верующий, да? Да. Сильно верующий. Верующий, да. Вы в церкви работаете? А вы не верующий? Я верующий, вы в церкви работаете.
Как работаем? Мы людям говорим о Христе, о спасении. Да. Что Спаситель умер за наши грехи и зовет к покаянию, чтобы жили по заповедям Божьим. А здесь рулетки Содом и Гоморра. Блудилище сплошное. Согласен. Мы проповедуем, говорим об этом, как... Слушайте, вот как вы думаете, Господь прощает то, что люди становятся нетрадиционной ориентацией? Евангелие прямо написано. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, Христа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это высшая любовь Божия, когда Он отдал на смерть Единородного Сына Своего, чтобы люди, веруя в Него, получили прощение, жили, как Господь заповедал. А без Бога этой жизни никакой нету. Корм червям, готовят все время, пьют, едят, едят. Вот здесь зайдешь в рулетки, они как будто бы сорвались откуда, как хомяки, сидят, за щеки набивают. Блудилище устроили. Бога нет. А раз Бога нет, и спрашивать нечего. Человек ничем не отличается от таракана, от крысы. Души, если нету. А если душа есть, и ты за гробом знаешь, будет отчет за все, и там будет вечность, тогда по-другому будешь себя вести. Впервые встречаю такого мудрого человека. Ничего такого, что? Такого мудрого. Ну как мудро? Человек должен учиться, знать Слово Божие, соблюдать заповеди Божьи, поститься, творить милостыню, видеть нуждающихся. Это широкая программа перед человеком. У него еще ничего нет. Он как скотина. Мужик на мужике женится, баба на бабе. Все совратилось. Огонь будет здесь. Здесь все будет гореть в огне. Содом и Гоморра – это такие два города были. И 5 окрестных городов. Мужеложники были, содомиты. И Бог сжег всех. Никого не осталось, ни больших, ни малых. Это опять повторится. А сколько вам лет? 16? Что 16? Вам 16 лет? Ну, а ты в это веришь, что говоришь, что 16 лет? Вам? Ну, да. Я... Но ты же вот это не веришь. А зачем пустословишь-то? 16 – это может быть вам. Да вы увидите, что пожилой человек, а может, 5 лет. Так что угодно можно говорить. Зачем эти слова говоришь пустые? Знание выдать за знание, но сколько апостолов не знаешь, сколько Евангелий не знаешь, сколько книг в Новом Завете человек не знает. Ну и как считал-то? Это, даже двойку поставить нельзя за знания такие. А как вас зовут? Иоанн Златоуст говорит так. Если ты не считаешь Слово Божие, ты не знаешь Его законы. А не зная, ты нарушаешь. А нарушая, ты погибаешь. И все от того, что не считаешь. Считаешь. По поводу Иоанна Златоуста можно тоже порассуждать по данному поводу. А когда он умер? В каком году? В 18 веке. В 18-м. В 407-м, 18-м. 14 столетий накинули вы. Вранье одно говорите. Вы ничего не читали, не знаете. Надо жить по правде. Ложь от дьявола. А вы дьявола допустили вашим разумом играть. В 18 веке, в 407-м. Ну, далее. Я слушаю вас, ну, хорошо. Сколько книг написано Златоустом? Ну, я не могу врать, я не 12 томов. Это самый плодовитый был проповедник. А как он умер? С какой смертью? Мучительный. Он святой поэтому. А какой мучительный? Что там было мучительного? Ну, я Златоуст умер от того, что... Сейчас скажу вам. Не вам никогда не сказать, потому что не знаете. Ну, он не своей смертью умер, я точно знаю. Да вот только что как раз он умер своей смертью. А вы говорите, нет, а где он умер, в каком городе? Ну, вы мне скажите, я не знаю. Его в ссылку отправили, как патриарха, и направил его туда не кто-то, а был такой царь Аркадий.
подкаблучник. А жена Евдоксия, и она злилась, что он ее обличал, Иоанн Златоуст, что она отняла там у вдовы виноградник. Его не свергли, отправили в ссылку. Он шел в Кукуз. И в дороге от чрезмерной такой тягости все, он преждевременно умер. Но умер своей смертью, совершил литургию. Тут ничего такого нет, что не знаете. Незнание, это человек желал знать, он узнает. А если незнание выдает за знание, он запечатал себя. Ну, я вот, видите, до такого не опустился, чтобы выдавать свое незнание за знание, скажем так. Иисус Христос, Спаситель мира, второе лицо Святой Троицы, был послан на землю и восчеловечился через Деву Марию, чтобы взять на себя грехи мира. И Он умер за нас, распятый на Голгофском кресте. И ныне, веруя в Него, через покаяние, мы получаем прощение грехов, чтобы жить в обновленной жизни для Бога. А люди этого не знают. Вот мы беседуем с мусульманами, и вы говорите, а я читал Коран. Ну вот он Коран. Сколько сур, сколько аят, ясно, что не скажете. А у меня написано 38 книг, томов, и одна посвящена Корану. Я разбираю все до одной суры аят в сравнении с Библией. И что о них было сказано 1300 лет. За 1300 лет. И вы можете найти это на нашем сайте. Вот если вы бы были так совершенно не с похмелья-то трезвым, вы бы сейчас записали скорее, какая, я сказал бы, «Во свете Библии». Наш канал называется «Во свете Библии». И там у нас 15 500 роликов наших. 15 500 роликов. Больше нигде нету. Почему? Потому что у нас такая большая работа идет. Миссионерские поездки. Мы проехали, вот я из Барнаула до Дальнего Востока, Владивосток, а потом прошли до Лиссабона, Португалия. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Север, Турцию. И везде дарили книги. На 35 миллионов подарок сделали. Я вам задам один вопрос. Какую церковь вы проповедуете? Которую Господь создал. Он говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Евангелие от Матфея, 16 глава, 17 стих. А вы знаете, что еще есть? То, что большому большинству народа недоступно. Что хранит церковь Ватикана, ту часть. Ну, было бы желание, человек найдет. Если у него желание было бы крепкое. Если хоть один человек в той местности нашел, он один всех осудил своим поступком. То есть я мог найти, и ты мог найти. Вот мы родились в деревне, Алтайский край. Отец без руки с войны. 10 ребятишек, 5 мальчишек, 5 девчонок. О Боге вообще не слышали. Но мать верующая была. Я уже в 2 года как будто бы знал. Нельзя то и другое делать. Мать говорила, в пионеры нельзя, в комсомол. Нельзя материться, воровать. Но это мы знали. Но дальше-то нет ничего. И только после армии, в 23 года, мне впервые в руки дали Библию. В 23 года, это было 56 лет назад. И Господь мгновенно изменил мою жизнь. Я принес покаяние перед Ним. И когда я вернулся на корабль, весь караван кораблей узнали, что я сошел с ума. А я учусь в училище на капитана. У меня все благополучно, деньги, здоровье отличное, высшее. А в душе пустота. Я стал молиться, Господи, открой мне двери, покажи, как, где выход. И Господь сразу мне откликнулся и показал. Каким образом? Можно вам задавать вопрос? А как? Он поймал на тот крючок, который я любил. Я любил бабушек. И бабушка идет с сумками, я сразу подскочил, баба, давай я помогу. А попутно я ее спросил, есть ли тут верующие. Она указала, куда зайти. Вот как. Далее, я в это время занимаюсь разными языками. Фактически на 7 языках уже читаю самостоятельно. И в это время, когда люди показывают вторую главу Деяний апостолов, что заговорили внезапно на других языках, я не поверил. Я говорю, ну, вот я приехал сюда, за 4 месяца я осваиваю новый язык самостоятельно. А здесь сразу, и это не пойдет так. Она говорит, ты одно не веришь, другое другое. Стали первый раз молиться, склонились. А я кланяюсь по-православному. Богородица Дева радуется, достойна ей всякого истину. Она говорит, вы своими словами можете помолиться? А я никогда не молился, я не знал, что можно.
Ну, а что я буду просить? У меня все есть. Здоровье отличное, деньги у меня. Меня Бог хранит. Нет, что-то, может, не хватает. Я подумал, веры у меня нету. Я сказал, Господи, дай мне веру в то, что написано в этой книге, которую мне дали, которая полчаса была в моих руках всего за всю жизнь. Я не, в руках не держал Евангелие, Библию. И стал на молитву, и Господь все открыл. Вот когда несешь тяжесть какую-то в горах, когда туристом идешь тяжелый, когда снимешь, твое тело еще наклоняется, ощущая не всю свободу. И вот у меня такое состояние, я, кажется, на молитве даже качнулся, и как эхо пошло. Не слышно, я понял, как верю, верю, верю. Все мне вошло. И вот 56 лет иду на этом пути. Позади 5 тюрем, лагерь, это все за Слово Божие. 26 лет мучительства, чего со мной так и не делали. Я остался вы живой по благодати Божией. Вас. Вы зайдите на наш YouTube и на сайт. Я хочу с вами, именно с вами пообщаться, подождите. Ну, вы сейчас не сможете, вы не совсем адекватный будете. Я в адеквате, вы не смотрите, я в адеквате, в полном адеквате. Я вас слышу, понимаю. Ну, у вас вид такой, как обкуренный. Нет, 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 я не обкуренный, вам кажется, вы ошибаетесь. И тут такое дело, благодать Божия коснулась тебя, если ты не воспротивился, она войдет в тебя. Нет, вы ошибаетесь. Вы поговорите, чего вы. Потому что сатана и порой вот такие их приспешники, они говорят такими же языками, как и Бог. И хотят донести истину, но она ложная порой. И то, что многие преподносят во благо чего-то, за это им воздастся. И кара будет неизбежна. И не спасет эта книга, которая в руках у вас. Находится. Так, у вас, если будет желание продолжить беседу, сейчас вы не можете беседовать. Я могу с вами беседовать, я адекватен. Ну ладно, я вам говорю, нет, значит, вы понимаете. Вы в скайпе зайдите, в скайпе, вы зарядите Игнатий Лапкин. Я один на весь интернет с этой фамилией. Вы напишите, я запишу сейчас. Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Одна деревня на всю Российскую Федерацию. Молодцы. Дай Бог вам. Так, все, пока. До свидания. До свидания.